Всем привет. Так, ну вот мы с Богданом тут доходим, грубо говоря, до края, до низкого края. У нас тут 1,70 м, 1,60 м. Вон Богдан прокопал тут. У нас бугор земли был, так сказать, навалено. Навоз, бугор. И сейчас мы доходим уже, осталось 3-4 листа. И вот думаю, покажу вам, каким образом. Вот мы, допустим, пенопласт ставим. Вот. И сверху набиваю вот такой утеплитель. Для того, чтобы утеплить саму стойку, стоевую колонну. Ну и таким образом утеплитель подрезаю и потом вымеряю профлист и делаю профлист. Держи. Вот таким образом набили утеплитель и вымеряем профлист, высоту профлиста, и обрезаю как мне надо.
Друзья, ну вот таким образом я выпиливаю окна в стенах сарая. В принципе, выходит более-менее нормально. Тут абрамирую уголком и прибью брусочек, как четверть будет. И с внутренней стороны окно будет стоять. И вовнутрь открываться. И будет у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 2 поставлю тут. 10 окон, думаю, хватит с головой. Уже немного работы видно. Эта стенка зашита, наружная часть, до конца. И эта торцевая тоже зашита. Подогнал я их кирпичик в кирпичик. Ну так, плюс-минус. Ну, в принципе, нормально. 3 окна, я думаю, хватает. Я так вырезал, внутри посмотрел. Хватает с головой 3 окна. Но с той стороны. Потому как эти сразу 2. Получается, да. Именно что касается окон, хватает с головой. Оно ж тут окно. Ну, через каждую клетку получается. А там он. В той клетке будет окно, в этой. Этой нету, это. И так пошло-поехало через каждую клетку. Будут нормальды. Так, друзья. Напротив каждой колонны с уличной стороны вот таким образом я утепляю каждую колонну, каждую стойку. То есть у меня там идет профлист, за профлистом идет вот такой вот утеплитель, потом идет напротив каждой колонны 20-ка пенопласт. Я тут оставлял 20 мм для пенопласта. Ну а потом будет идти вот таким образом 10-ка пенопласт 100 мм. Ну это я поломался, кусок вставил. Каждый раз объясняю почему. Потому что много кто знает уже эти моменты. А много, ну, добавляется там, а что внутри будет, а что снаружи будет. И поэтому надо каждый раз объяснять. Вот таким образом будет утепление. Потом опять такой же утеплитель и профлист бежевого цвета внутри. По крыше то же самое. И, ну, понятно, профлист или металлочерепица, пенопласт 100 мм. И внутри там посмотрим, чем снутри будем зашиваться. Потолки, ну, грубо говоря, там 3 метра, тут 2,50 высота потолка. У меня тут сам уклон земли не сильно ровный, поэтому потолки тоже неровные. Ну, потолок ровный, земля неровная, поэтому... А саму землю так и оставлю чуть-чуть с уклоном туда, потому что желоба с каждой клетки будут уходить тоже туда, вниз до канализации. Канализация у меня уже выкопана, надо только вкинуть кольца. Вот она тут на входе. Здесь на входе у меня будет навес на всю ширину. И где-то вот, покуда я вот так стою, вот, да, отсюда вот и будет... То есть ниже под крышей это будет навес. Ну, так называемая бойня. Чтобы в любую погоду можно было делать забой. Угловая часть. То же самое. Вот за утеплителем каждая колонна вставлен пенопласт. На этой колонне, потому что она будет промерзать, когда сильные морозы будут. Сюда еще я не вставил. Вот видите, видно часть, ну, место для пенопласта 20 мм. И сюда тоже вставлю так само пенопласт. И потом вот так уголком наружным у меня есть. Все стяну и закручу. Таким образом. Здесь тоже будут уголки коричневого цвета. Они уже у меня есть в наличии.
Ну вот так. Короче, на таком я сейчас этапе. И что бы я вам сказал моим подписчикам? Спасибо вам, я у Богдана, ну не у Богдана, а на нашем другом канале говорил. Спасибо вам, что пишете комментарии, что комментируете, поддерживаете. Я даже был так слегка удивлен, насколько много позитивных у меня подписчиков. Позитивных, добрых, нормальных людей. Спасибо вам, поддерживайте. Бывает и так, нету сил что-то делать, уже в такой типа упадок духа. Начитается комментарий, оно у меня как крылья будто вырастает, и погнал опять. И сейчас самое основное уже, ну то есть каркас сделанный, только заниматься обшивкой, заниматься утеплением, вложить пенопласт в каждую нишу, опять утеплить или потом крутить профлис, внутри будет уже проще. То есть мне тут осталось вот тут брус покрутить. У меня брус там разнобой, надо его выбирать, кое-какой подрезать. И тут вот нижнюю часть бруса. И все. И, ну, самое главное, кровля. Ну, я смотрю, по погоде неделю будет так не сильно жара. А там потом вроде бы опять начинается жара. Самое главное, укрыть крышу. Укроешь крышу, работать под навесом. Под навесом это же не так, что прямые лучи солнца будут попадать. Поэтому вот так, друзья. Спасибо вам, что вы есть на моем канале, что поддерживаете. Спасибо. Фух, да вообще за все спасибо. Вот на таком я сейчас этапе. Что мог, показал, рассказал. Всем удачи. Пока.